Продается машина ВАЗ-2108 синего цвета. Машина недавно была перекрашена полностью. Нигде не гнилая, ничего, проверено все было, все было отремонтировано. 85-го года выпуска. ,3 объем двигателя. Двигатель недавно ремонтировался. Хозяин говорит, что машина едет очень-очень хорошо. Сам не ездил. Реально, двигатель достаточно хорошо, мощный. Едет, так сказать. Машина обесшумлена. Был заменен, сейчас покажем, посмотрим. Полностью был поменен весь салон. Торпеда, карточки, обшивки, резинки. Уплотнители все. Пробег автомобиля 103 тысячи. Коробка механика четырехступенчатая. Неплохо, действительно новый салон. Салон реально новый.